Привет всем, меня зовут Люси, и мы сегодня будем играть Endless Nightmare Shrine. Shrine, мне кажется, да? Ой-ой-ой. Звук. Здравствуйте, звук. Давайте мы звук уберем, конечно же. Графика Medium, можно было бы Hide поставить, но мы не будем ставить Hide. Здесь у нас английский, португальский, испанский, французский, итальянский. Русского, к сожалению, нет. Ладно. И звук опять этот. Вот давайте до конца звук, потому что это вообще очень слышно на всю. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы начинаем эту игру, конечно же, в Египте. Я Карсон Газелт, Интерпро... Что? As a Legend International Criminal Heart and Pharaon. То есть он, мне кажется, захотел просто фараончика что-то украсть. Зачем вообще? Black Pluton has already entered Pyramid. Что это? Ой, ну зачем ты заходишь? Зачем ты это сделал? Зачем? Endless Nightmare Shrine. Ой. Так, свайпните, посмотрите. Так, это побегать. Так, свайпните, побегать. Вроде бы нормально все. Здесь у нас, как обычно, в тот раз мы... Почему по-русски не написано, я не понимаю. Хотя и по-английски тоже можно. Вот смотрите, здесь продукты генеральные. Introduction брошюр. Ага, этот продукт тип 1. Экспериментальные, вот, это сделано ликвидным металлом графен. Опа, графен. Наноцеллюлеза и технологические материалы. Это взято с скоростью, типа, и... генеральные системы, энергия аккумуляторов. Так, внимание, фибер, эффективность, протек. Протект это у нас... Я что-то буду перевести, буду как-то переводить, но... Но, к сожалению, у меня плохо получается. Протект это у нас защищает твои руки. Так. While the booster will help to improve the power of boxing. Пока бустер... поможет тебе в боксинге, энергии, в общем, энергия, в общем, какая-то, нанотехнология, энергия, вот у нас вот эта и перчатка и есть, как раз она использована для того, чтобы использовать всякие разные штучки. Ну, я как бы просто рассказала, что нанотехнологии всякие, вот это вот все. Так, давайте заходим в тренинговые, так, тренинг, скилсы, технологии. Давайте нажимаем на нуляк. Получается, что у нас? У нас ракета боксинг. То есть, получается, ракетная боксинг. Бокс. То есть здесь вообще как бы особо я не смогу нормально переводить, потому что английский я не сильна вообще по сути, но
Я как-то могу перевести. Так, заюзить, заюзить. Понятно, понятно, все понятно. Здесь никого. Так. Так, кто-то там стоит все-таки с крюком. Твоя стамина уходит. Стамина автоматически восстанавливается каждое время. А что? Что это такое? Ну, у нас здесь ничего нет, кстати. Мы ничего не можем посмотреть. Здесь у нас что? Угу. То есть нам нужно присесть. Опа, что это? Это можно захватить и... Ну, понятно, я не буду это говорить. Так, а кто это вообще? Это мистическая записка, которая Плутон... дата была сентябрь, 13-й год, 2012-й год... Ой, так, 13-й год... Это контент был, так, локация Nile Valley, Sage Falls, Last Pyramid, так, гол зайти в пирамиду и взять сердце фараона, детали, также инцидент был закрыт в пирамидах 6-го династии и... Что-то там, типа, рыли что-то, какие-то метро, томбы. Что? Что я говорю, я не понимаю. Прежде чем династия прошлое, что-то типа того. И потом назвали сумасшедший фараон, секретная была пирамида, в общем, она... Взята была обратно. Инцидент какой-то, большой инцидент с египтянами, с находками разными, с... В общем, это очень сложно, но я как-то перевожу страшными историями как-то. Здесь был что-то... Неизвестный из разработчик в пирамидах. Это там... Ага, здесь в третий уровень оружия можно забрать, что ли. Анубис, фараон, он смотрит очень... Что-то типа того, очень осторожно надо быть с Анубисом. Как это странно, это очень странно. Так, что это такое? Я очень плохо говорю по-английски, хотя и перевожу как этот, как робот, блин. Серьезно. Что здесь находится? У нас ничего здесь не написано. Да вообще, зачем тогда вообще дают нам? Вообще здесь ничего нету. Что это такое? Crash Enter Snake Mode X. Так, что это? Это карта, конечно же, карта. К сожалению, мы ничего здесь... Опа! А ну, иди отсюда! А можно взять какое-нибудь оружейку? Кстати, в тот раз, в который я играла, было хуже. То есть там оружие... просто быстро кончалось. Серьезно, я не могла ничего сделать. Здесь фараончик. Здесь хотя бы можно кулаками драться. Там вообще кулаками даже драться нельзя было. Там только... А хотя... Ой, ё-моё. Ну, здесь хотя бы можно, смотрите, вот так вот миксовать, типа, как это называется, миксовать. Почему я миксовать сказала? Ланик, хорошо. Здесь нужно найти какой-то предмет, которого у меня нету. К сожалению, странный какой-то, это же не фараон. Ладно,
какой-то не фараон, а из какого-то фильма. Ладно, давайте посмотрим, что нам нужно взять. Вроде бы камень какой-то. Вот это что такое? Так. Слиток какой-то. Хотя... Ну, куда-то можно использовать. Так, топ клуз. Что это было сейчас? Хорошо, ладно. Непонятно было, хорошо. Так, что у нас может быть? Хотя бы какое-нибудь оружие. Ну, не знаю. На самом деле, оружие здесь... В этой игре лучше не надо. Давайте только обходимся вот такими стаминами и все остальное. Ладно, я с переводчиком не дружу, как говорится, да, получается. Ну, давайте, открывайте дверь. Сейчас будет Анубис, что ли. Я не понимаю, для чего. Для чего нам бежать? Здесь же никого нет. Что у нас здесь? Так, это папирос... Ага. Анубис. Анубис написал, в общем. Что-то здесь, поэтому он... Это рассказывается про Нубиса, что-то умрет. Очень... Так. Сердце хорошего мужчины было тяжелым. Сердце излучало вроде бы свет. Плутон. Что-то там типа того. А как мы наверх можно попасть? Опа. Что здесь происходило? Ага. И зачем? Хорошо. И жопа. И не жопа. И все хорошо. Как это вообще возможно? Что здесь есть? Так, как это исчезло все? Исчезло все, да, хорошо, ладно. Так, мы продолжаем эту игру. Что это такое? Кошечка! Смотрите, какая кошечка! Куда же ты? Такая кошечка миленькая была, я не понимаю. Почему? Почему она убежала от меня? Иди сюда. Иди сюда. Я убью тебя. Она дала мне это. Тихо. Опа. То есть мне продает. То есть она со мной не будет ходить. А почему? Очень красиво. Не знаю как.
нет. Вот так, наверное. Ладно, давайте пойдемте дальше. Что здесь у нас? Ничего здесь нету, да? Получается, мне. Это что такое? Time key the past, то есть прошлое. Как он услышал? Как это он услышал, я не понимаю. Все было бы нормально, если бы... Ой, ё-моё! Так, подождите. А похилиться у нас и нету ничего. Кэш ин... Да, кэш, получается. Опять у нас должно быть кэш. Для того, чтобы... Так, а как мы это... У нас даже этого нету, чтобы зарядиться какой-то энергией, здоровьем, получается. Здесь у нас нам нужно какой-то... Так, откуда? Это что такое вообще? Нам сюда не надо. Мы уже красные все в крови. Ладно, давайте идем. Мне не стоит кровь показывать, но здесь показывается, конечно же. Эта девчонка, здравствуйте. А у вас есть... Опа. А у вас есть это... Каково? Аптечка. Ну, она бесплатная, только за рекламку дается. Но я не хочу... Что такое было? Так, 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 так. То есть где-то здесь есть... Ага. Она открывается сама по себе, получается, да? Мы ждем. Не поняла. Она же сама по себе должна быть открываться или нет? А нет, она открывается где-то... Где-то здесь... Мы не успеем. Ладно, пойдемте. Пойдемте сюда. Выжидаем момента, конечно же, потому что я боюсь. Потому что опять меня убьют. Но... Он ушел. Нет, он не ушел, он вернулся. Все хорошо. Теперь посмотрим здесь. Юх. У меня уже скоро умру. Здесь никого. Фараон. Анубис, то есть. Это что? Это пистолет.
Так, это у нас получается с кровью. Но нам туда, получается, идти надо, получается, да? Котик, ты где? Котятка. Ладно, котянка нету. Опять, смотрите, в чем прикол это? Я не добегу. В общем, ладно, давайте обратно вернемся. Странно это, конечно. А можно что-нибудь взять, что ли, или нет? Не, так ладно. Куда нам? Ой, как же это все странно. Нам получается, да, получается вот сюда. Стамины нет, к сожалению, ничего нет. Так. Ой, ё-моё! А он не заметил, что ли? Наверное, не заметил. Это хорошо, хорошо. Клайм, клайм, клайм. Так, хорошо, ладно, я... Чем, как обычно. С вами была Люся. Ставьте лайки, комментарии, пишите. Всем до встречи, всем пока. На следующем видео мы продолжим этот фараон. Я просто узнала, что здесь. Кстати, в прошлой серии, которую мы в странный госпиталь, тоже мы продолжим. Просто я просто зашла, хотела попробовать, но мы опять умерли. Как обычно. Все отлично, но мы продолжим. Следующей серии. А вы узнаете, что потом. Всем пока!